Новости на Дону. Категория 12+. В студии Инна Билан. Здравствуйте. Иномарка влетела в столб в центре города. ДТП произошло сегодня в 10:20 на Большой Садовой, 48. По предварительной информации, водитель Hyundai уснул за рулем, не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Очевидцы автоаварии выложили фотографии в сеть. По ним видно, что инцидент произошел рядом с остановочным комплексом «Буденновский». Машина как раз влетела в столб, на который расположена вывеска с обозначением автобусной остановки. На одной из них выбиты стекла. У иномарки снесло переднюю часть. Водитель оказался зажат в машине. Чистых водоемов в Ростовской области нет. К такому выводу пришли в региональном Минприроды. В ведомстве вышел экологический вестник, в котором опубликованы исследования загрязнения воздуха и водоемов области за прошлый год. По данным министерства, в регионе нет ни одного водоема с чистой водой. В лучшем случае специалисты природоохранных организаций и научные сотрудники нашли только слабо загрязненную. Сброс сточных вод в Дон за год вырос почти на 10%. Максимальное увеличение сброса зафиксировано в реке Маныч и Северной. Донец. Наиболее грязным участком стал район города Миллерово. Практически во всей реке Дон уровень загрязнения донных осадков тяжелыми металлами показался повышенным, а концентрация свинца по сравнению с 2016 увеличилась вдвое. Грязнее вода стала и в Таганрогском заливе Азовского моря, где из-за этого понижается соленость. Наиболее загрязненными районами залива стали пляжи Таганрога, Центральный, Приморский и Петрушина. Проблемы с водой обнаружили во время купального сезона 2017 и на Павлоочаковской косе, где концентрация ртути в 4,5 раза превысила допустимые значения. А у пляжей косы Долгой в Таганрогском заливе концентрация ртути зафиксирована почти на 4% выше нормы. 7 жалоб на цифры в коммунальных квитанциях получило Министерство ЖКХ из одного батайского дома. Жильцы недовольны суммами за отопление и горячую воду. Разбираться в ситуации приехали представители МинЖКХ и ресурсоснабжающей организации. Приехавшая комиссия прошла по подъездам, спустилась в подвал. Оказалось, показания личных счетчиков в квартирах совпадают с цифрами на общем узле учета, говорит министр ЖКХ Ростовской области Валерий Булков. Проверить надо. Мы обещали, возьмем эти 3 месяца, пересчитаем полностью. Ходили в подвал, сверили показания прибора учета. Вчера их уже отдали в Донэнерго. Проверим, насколько адекватно произошел съем показаний, ведомость начисления по квартирам и полную работу проведем. Жильцы хотели установить терморегулятор, чтобы экономить зимой при потеплениях. Но для такого большого дома регуляторов нужно 2, а стоит он 1 000 000 рублей. Столько у жильцов нет, так что пути для экономии будут искать другие. Для начала разобравшись с квитанциями. Создать УК для проведения на новом стадионе массовых мероприятий планируют местные власти. Также чиновники намерены построить еще 2 подземных перехода с южной и северной стороны Ростов-арены. Это позволит не пересекать пути пешеходов и автотранспорта, сообщает информагентство Дон24.ру. Также власти будут искать способ разделять транспортные и пешеходные потоки на южном подъезде к Ростову, Ворошиловскому мосту и одноименном проспекте во время проведения на новом стадионе массовых мероприятий. Отмечу, после матча российской премьер-лиги Ростов-Ахмат на мосту возникла пробка из болельщиков, которые хотели вернуться в центр города своим ходом. Это вызвало недовольство ростовчан. В связи с этим власти задумались о создании отдельной управляющей компании, которая будет заниматься контролем и подготовкой массовых мероприятий в этом районе. Опыт проведения чемпионата мира позволил городу задуматься о том, чтобы проводить в левобережной части не только футбольные матчи и концерты, но и целый карнавал. Ранее руководитель дирекции Ростов-2018 Павел Гавриков сообщил, что в районе нового стадиона в 2020 году могут организовать фан-зону, которая будет работать во время чемпионата Европы по футболу 2020 года. Это были новости на FM на Дону. Телефон редакции 200-0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации областного гидрометцентра, в Ростове днем плюс 34 без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. В Целине днем плюс 36 и также без осадков. В Сальске плюс 37, переменная облачность без существенных осадков. В Красном Сулине днем плюс 34, во второй половине дня и вечером возможны кратковременный дождь и гроза.